внешний вид важен не только для женщин, но и для мужчин. Правда, в случае с сильным полом задача попроще. Вполне достаточно хорошей стрижки, достойного костюма и пары подходящих ботинок. Если так случилось, что на работе не обязательно надевать костюм, лучше всего купить повседневный кажуальный пиджак. Он отличается от делового тем, что он имеет более укороченную длину, более ярко выраженную фактуру и, возможно, более необычный цвет. Второе, что важно приобрести, это рубашку. Рубашка должна быть не однотонная, белая или голубая, а какая-то более фактурная. Не приговор и классические брюки. Если на работе нет дресс-кода, от них можно вовсе отказаться и заменить на джинсы. Главное, чтобы джинсы были довольно классические, чтобы на них было минимум потертости, и они посмотрелись хорошо. Ну что, как я? Ярослав, уже заметно лучше, чем было. Лучше в идеале покупать пиджак на размер поменьше. Это можно приделать по плечевому шву, который находится у тебя вот здесь. Для того, чтобы комплект дополнить, я предлагаю еще в этот пиджак положить в карман нагрудный платок.